А ну, короче, сейчас погоди. Что? Погоди, я смотрю. Смотри, я отсюда выйду, потому что у меня тут FPS бедный сейчас сдохнет. Охренеть. Это ты, нет? Нет. Ты? Так а что, я просто выезжал. А меня показало, что ты мне в прицеп прям заехал. На... Так, сейчас я, да, я остановлюсь здесь. 2%. Ну что ты смотришь? Подготовка к грузу, да, у нас идет. Что это гупает? Так, настройки. Сука. Алло. Ну. Сейчас смотрю, где это хуйня. Блять, куда ты заходил? Ну, чувак тоже на трех осях поехал. Управление подъемной осью. Так, я поставлю плюсик. Подъемной осью прицепа минус. Короче, заходишь в настройки, понял? А я понял уже куда. Кнопки и клавиши. Я тебе скинул, глянешь. Да я понял куда. Все, поехали. А ну погоди, ну блядь, дай проверить. О-о-о-о-о-о, работает. Во, поднялось, ебать. Так, сейчас я зайду. Кнопки и клавиши. Управление грузовиком. Так, торможение. Управление подъемной осью. А, у меня R это стоит. Но у меня тоже стоял. А у меня на R ничего и не назначено. Опа, пускается. Ага, у меня... А, ага. Ага, есть, да. Да, все, огнило. Ну, так и поворот повертать пооперативнее стал. Ну да. Ну все, и того сикоки нам ехать на лиман. Ну меньше, чем мы в прошлый раз ехали. Не, ну понятно. Ну тысячу тоже точно есть. Нормально. Через Бельгию будем ехать во Францию. Ну вот, да. Вообще, он и быстрее да? ехать начал. Это просто брать, если реально там, ну, сильно этот какой-то груз большой, то тогда еще брать его. А блять, так... она прям на ходу опускается, прикинь. Да, нахрен. Ого, и сразу такое именно. Туго, да? А? Что ты говоришь? Опа, пацан лежит, красава, чё. Спасибо, на линк лежит. Где? Дальше будешь проезжать. Не вижу никого. Ты вообще меня видишь? Да. Я тебя... А, все, вижу.
Видел пацана? У меня вообще дорога пустая. Значит, он тэпнулся. Когда я проезжал, он еще лежал. Так у меня на карте никого, кроме тебя, не было даже. И у меня он не отрисовывался. Просто лежал. Ну, позагорал. Ты смотрел видео? Какое? Вчерашнее с ЕТФ. Да, да, сегодня полностью посмотрел. Для этого. Что мы усыкались? Есть моменты. Ты он тоже 90 едет максимум? Да. Да. Ну вот сейчас опять повторяется прошлая петрушка. Вот я и ты едем 90, но ты от меня сейчас упер, такое ощущение, что ты 120 минимум едешь. Сатен. Сатен? 3. 102. Ну, за соточка. Соточка, да. Ну и все, и на подъеме опять той соточки уже нету. Да, поворачивает, конечно, без оси он получше. Угу. Да все равно, казалось бы, одна ось, а так именно в управлении тупит. Ну не тупит, а этот. Здорово, что мы будем по городам заезжать, покупать гаражи? Вот сейчас вот город гараж есть. Так мы в этом городе были уже. У меня он отрисован. У меня он тоже отрисован, а гараж куплен. Что у нас? А, Роттердам. Да ну нахрен, сразу возле Амстердама еще один гараж. Ну как хочешь. Нет, а это где-то надо в таких, вот допустим, я считаю, что в каждой стране должен быть по гаражу. Не, ну понятно. Вот допустим, что-то... ну в Амстердаме у нас есть гараж. Амстриксен. Амстриксен. Дуйм. Дуйм Амстриксен. Вот, ну в Голландии смысла нема. В таких крупных покупать. Вот в Милане мы уже взяли. Бельгия. Да, в Бельгии у нас же есть в этом. Ну, у меня и... А, или нет. Ты что, заехал в город? Нет. Я сзади что тебя еду. Так, а ты что, тоже пластиковые трубы везешь? Ну, то же самое, что и ты. Да, пластиковая тара. А ну, трубы. Тара, да. Я смотрю, этот братан дерзкий. Мы ж можем на дороге немножко и пошалить. Да. Такой поехал, да? Самоуверенная петруха. Да. Я его сглазил, он недалеко уехал. Не, сейчас 90, все, больше не идет. Да то же самое, конечно. Охренеть, сука. Что такое? Ничего, он втулил меня. Твою мать, блядь. Блядь, ущерб 5%. Я жду стою. О, он на прицепе поднимается. Ой, на прицепе поднимается. Знаешь, мне кажется, мы когда купили крутые тачки. Ехай. Ну что ж ты, блядь, не сказал, чтобы я раньше ехал. Так ты ж поднимал. Мы когда купили крутые тачки, на нас больше внимания обращать просто начали. Угу. Он тоже ехал, просто, блядь, ехал. Он меня обгоняет по внутренней, ну, по центральной полосе. И резко сворачивает влево, и потом резко вправо. И он бортом прицепа цепляет мою харю полностью. У меня вот бойник только на. Да.
дебилы, блин. Я бы, не знаю, резину колол. Так, красно-белый. Нажми на прицепе, тоже поднимемся. Я на прицеп не ставил. Ставил, у тебя там автоматически стоит. А я помню какая. Ну, мы уже в Бельгии. А, так, братан, нам 600 километров ехать осталось. Да хуйня его. Мне надо будет в мастерскую заехать. На хиба. Поставить один фонарик, бы меня аж бесит, блядь. Ну, прицеп уже этот груз доставим, то поедем. Братан, там пробка, блядь! Оху! Под мостом! А, так это ж дорога дураков, дурачок, блядь. Ну да. Слава яйцам, что мы сверху. Я-то думаю, что у меня так фризит, сука. Не, у меня уже разглючило. Я же говорю, слава яйцам, что мы... Ну, как всегда, этот мост, да, злоебучий, да. Сука. Вот тогда я, когда один раз сам играл, я ж тогда этот... Тормозни, скропали, я тебя догоню хоть. Блядь, почта России. Поезд по мосту, он едет наверху. А, да, вижу. Да, но он Почта России, чувак, он никнейм, что стоит. А тут рядом СИП какой-то там, IT. А, вижу, Почта России, Андрюха, ебать. Было бы прикольно в ETS на VR-ке поиграть. Да. А есть тут разве не поддерживает? Знаю. Не знаю. Даже если и поддерживает, все равно VR-ки у меня ни у тебя нету. О, нормально пообщались. Квэ-квэ-квэ-квэ-квэ-квэ-квэ-квэ-квэ. Шо-шо-шо-шо? Вон, квэ-квэ-квэ-квэ-квэ. Ага. Так, пше-пше-пше-пше-пше. Ха-ха-ха-ха-ха. Угу. Фу, нахер. Усаскиоэ пара хуар. Как пройти в туалет 3 часа ночи? Че библиотеку? Тебе там не надо не заправляться, ничего? Не-не-не, я, наверное, надолго забуду теперь, что такое заправка. Блять, надо было не вкачивать этот, сука, навык. Эко-вождение? Ну, пацан трактор повез. О, недалеко ты доедешь, пацан. Не, ему может быть нормально. Он еще справа на заправке стоит с тракторами. Ого, кто это меня так нагоняет жестко? Это тот, которого ты обогнал тогда же. Так он тоже вооруженный. Не, ну ладно, хочешь ехать, я чё. Сзади еще. Обгоняют? Да. У нас тут дорога прямая.
Пардон, Аби. Я себе этот круиз-контроль гэпнул. Сука, хочу яхту вести. Ну, ты ее никак не повезешь. Чего? Потому что это не в обычных грузах. Так и прицепов двойных опять что-то нема. Так это мы не в той стране, где они были. Вот плохо, что на ходу нельзя открывать. Пожалуйста. Карту. Да. Это хреново. О, мы уже во Франции. Ну да, уже да. Дорога ведет на Рем и на Париж. Да. А Лиль и Кале направо. Ага. Я вижу тебя, ты вон сзади меня едешь. Зеркало. В зеркале заднего вида. Все правильно сказал, молодой. Тут еще какой-то дурник на трех осях, кстати, стоит, сканя на обочине стритом внимательно. Бо мне показалось, он так как будто выезжать хотел. Ну, Шкода, он прицеп потянул слева. О, платная дорога. Гасись. Что-то гасись, написано 110, ебать. Ну, а потом? 90. Ну. 70. Ну. Все. Эй, а где? Кто? Шо? Пиздец, Жора, я не знаю, как с этой молодежью дальше бороться. Шо? Чтоб почистить апельсинку, это, блядь, надо было апельсинки отдать, потому что это процент за то, что тебе почистили, понял я? Я б ради такого дела уже со шкарлупой сожрал. Нихуя справедливости нет, ебать. Ты шо, кошерные заправки такие. Угу. Ну, нам неужели направо? Там по километру уже ты не смотрел? А, не смотрел. Да проезжай, я тебя шо, не пускаю.
Мандар 99. Лошар. Все, эта дорога у меня уже не прорисовывается. Нет? Прорисовывается. А, она у меня уже нарисованная. Мы уже, значит, ездили в этом направлении. Тут-то мене еще не было. Я смотрел вчера, кстати, дополнение квест скоро выйдет, это в Балтийские страны. Угу. Литва, Россия, Финляндия, Эстония. В Финляндии красиво будет. Я видос посмотрел в стиме. А? $340 осталось? Угу. Заебись. Угу. Да подожди, сейчас надо скрутиться. Включи на 20. Передо мной чувак пустой вылетел. Тупо, тупо вылетел с поворота вообще так. Надо как-то будет поездить по этой, по дороге Дроковой. Ну то надо в Германии ее искать. Так что ее искать? Так она ж не везде в Германии. Это определенный отрезок. Да это, не, ну, это можно. Да, да. Это можно прописать там где-то в интернете и узнать, как это. Я тебе сейчас покажу на карте. Ого, мастяра. Ого. Прихерокинь. О, солнце восходит. Угу. Ну так как бы пора уже 5:12 утра. Ну, у нас потом поворот резкий будет. Налево. Ну мы в той стороне на этот возле на этого океана не были на лимане. Верт летит сверху. А мы сворачиваем на этот на платный участок дороги опять. Вижу. Да, да, там снизу будет. Но тут надо гаситься, тут полным ходом не войдешь. Да-да. Чё, блядь? Я прям так тормозил, как будто я не знаю, блядь. Да не, поверь, я потом в повороте тоже начал разгоняться. А потом понял, что опять могу въехать. Ох,
Ну тут узенько. Да-да, я вижу. Ого, нихуя себе. Ого. Вот это было прикольно. Да-да, я сам не ожидал. Этот поворот направо резкий же. Я думал, опять платная дорога. Не. Не платная. Вот разделитель пошел. Не сплошной. О, о, о. О, ты глянь на мастяру. Угу. О. Блять, куда ты, сука? Кто? Ты, блять, куда едешь? Я чуть-чуть врезался, засмотрелся. Проезжаю. Сейчас. Ёп. Вот ты мне прицепа въебал. Ну это жизнь. Вот зарабатывание достижений турбо достопримечательно. Дали тебе уже ачивку? А? Не. О, теперь дали. У меня 9% прицепа. Да похож. Главное, чтоб не больше 30. Да? Mm-hmm. А чё? Был минус пойдешь зарабатывать себе. Mm. Добавят тюнинг прицепов, если я его сделаю с бронированным и противоударным. Думаешь, поможет? Легко. Иди в жопу, не приветствуй меня, я обиделся. Ой, поворот. Там за поворотом платное? Да. Ого. Прикольно вообще сделано. Не знаю, пока здесь дорога прикольная. Ну да, поворот. И пошли развязки, развилки. Чё медленно едешь так? Я ждал же тебя. Да ехай, 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 нагребать. Ебать, с поворота в поворот. Ага. Ну вот как раз дорога на Бордо и на Лиман. Пируэты такие, что и обоссаться можно. Затяжной поворот такой.
Что-то тут вообще прям никого. Угу. А ты помнишь, где-то, блядь, были карьеры, вот там заезжаешь в карьеры? Были, я пару раз в карьеры заезжал, трактора брал. Где-то были, где-то в Европе. А где? Сейчас, может, вспомню. Нет, в Чехии я не ездил тогда. Париж, Германия. Да может тут где-то вот там. Короче, найдем, если что, как-то. Там у некоторых агентств, вот этих вот грузоперевозочных, те, которые занимаются только вот такой вот техникой трактора, там этот, не продукцией, как мы вот это везем, а именно трактора, всякая фигня. Ого! Вот ты мастяра, гля. Не, ну тот был покрасивше, прям конечно, как, блядь, с одной полосой. Прям как наш Антоновский. Кстати, похож, что это без столбов. Слышишь? А колесо вот это, ось, которую подняли, она прокручивается. Она, да? Она крутится, да. Ну, типа от вибрации, понял, какой-то фигни. У меня не крутится. У меня крутится. Ну, у тебя графа, может, просто не этот, то качество не стоит, чтобы видно было. О, лес такой. Ага, понял, я его опустил и поднял, теперь еду, у меня все колеса крутятся, короче, и то поднятое крутится. Ну да. Ну, нам 100 км, тогда вот. Я и на прицепе поднял, и на машине поднял. А вот мух какой. Вау. Не, ну прикольно, красиво. Не было бы еще этого тумана, понял. Не, ну это ж утро. Блять. Что такое? Ой, что случилось? Господи, конченые фризы. А? Фризы! У тебя прицеп резко остановился. Не, не ору. Твою мать. Сколько фуры? Ну пофикси её. А фуры 43, а прицепа 20. А прицеп-то как? Ну как-то, я ж полным ходом в тебя втулился. Ехать нельзя было. Так как-то. Ты пока ты по трассе этот сам велел. А, ну я подъезжал к мосту, и, бля, 77 километров осталось. У меня еще 225 секунд до фикса. В Лимане можно будет гараж купить. Ты меня догоняешь? Нет. Я тебя уже не догоню. Чего это, если я остановлюсь? А, не, ну это если ты остановлюсь. Да ладно, ну доезжай уже чё-то. Я так 60 километров. На какую-то минуту позже тебя приеду. Да, крополя остались. Вот даже когда тачка коцается, тут звук меняется. Двигатель. Да. Вот у меня сейчас такой брррррр. Угу. Это я тоже заметил. Жора, я вчера зашел в доту, скатал одну игру и просто сгорел и вышел нахуй оттуда. На новом герое? Не, я не катал на новом герое. А ну, не знаю, я его попробовал, и герой, конечно, ну крутой, в натуре крутой. Но сейчас его просто каждый придурок должен его просто пикнуть, понял? Ну пойди пикай, ты понял? Не в рейтинговой игре, когда там все играют, понял? На статистику. Ну просто взял, давай пикать его, блядь. Так а он кто, саппорт или что? Блять, да ну я бы не сказал, что он и саппорт, блять, такой полукерри, блять, полусаппорт. А, конец платной дороги прям перед городом Лиманс. Ох ты чё, там хоть поворотов нема жестких? Да есть, вот сейчас будет 25 км. Давай, может, на пустых фурах куда-то поедем. Куда?
Посмотрим где-то, куда-то какой-то город прикольный. Ну то уже в следующей серии скатаем. Так ты сейчас уже все? Ну скоро да. Ну доедем мы, скорее всего, пока да. Ну, что я буду делать? Ошибись, двигатель неисправен. А, тут еще с развилки поворот под мост. Угу. Я возле него прямо и остановился. А, там на мост. Не под мост, а на мост. И что там, как Лиман? Какое-то тут огромное здание сейчас. Прямо передо мной. Не знаю, что здесь надо будет доехать. А сюда и доехать нельзя. Вообще здесь, ну, городок такой небольшой, понял. И гараж есть? Да, сейчас буду покупать. Угу. Сдам себе, буду покупать. А, так, ну, тут не прям с поворота этот. Платный участок чуть дальше. Не. Обнаружен автосалон Ивека. Спасибо, братан, спасибо. О, две фуры одинаковых с одинаковой компанией поехали, два ДАФа. Черно-оранжевых. Да. Угу. Ту-т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 у. Тут, блядь, разворот еще такой по кольцу. Бум мой аж, месье. Где ты там говорил перед тобой, дом здоровый, вот я в Лиман под заезжаю по мосту. Правой стороны. А, три высотки у этих. На, знак, тот знак вопроса это, да? Кадровая. Ой, Ивека. Да. А ты сейчас будешь проезжать? Ну я уже проехал. Узнаешь. Угу. Блять, все равно хуево эта хуйня поворачивает. Подтвердить есть. Оно интересно, как. Удовлетворительно. У меня тоже написал так. Минус 791 хп.